Блин, ну я почти попал, как ты куда ты с фабармом? Ну не, ребят, с фабармом так только нубики играют. Всем хеллоу, ребята, пацаны, девчата, с вами я, Камбэк. В этом ролике я сыграл дуэльчику с таким ютубером, как Капитонов. Дуэль получился очень жарким и интересным, поэтому обязательно досматривай ролик от самого начала до самого конца, без перемота. И да, в прошлом ролике я разыграл вот такой вот АКР Драгон, и пришло время подвести итоги. Итоги уже в моем телеграм-канале, поэтому быстрее переходи и смотри, ведь именно ты мог выиграть. Но даже если не выиграл или даже не участвовал, то ни в коем случае не расстраивайся, ведь в этом ролике я разыграю для вас вот такой вот М4 Самурай статрек. Чтобы получить данный скин, нужно выполнить парочку простых действий. Первое, что вам нужно сделать, это поставить лайк под этот ролик, подписаться на этот канал с колокольчиком. Самое главное — досмотреть ролик от самого начала до самого конца, без перемоток. Я буду обязательно все проверять, поэтому не поленись и выполни все, и не забудь оставить в комментариях свое игровое ID от Сендов, чтобы я с тобой мог связаться. Итоги будут очень скоро в моем телеграм-канале, поэтому обязательно туда переходи и не пропусти итоги. Ну а я долго затягивать не буду, всем приятного просмотра, приятного аппетита, погнали! Погнали, ребята, играть сейчас дуэлечку против... Главное, в гей. Братанчик, я все понимаю, но нельзя меня называть геем. Братанчик, все, я жду извинений в донатике за такое. Все, это такое осуждается, так нельзя называть меня. Блин, ну я почти попал, как-то дико странно, он то попадает, то не попадает. Блин, почему на фабарме не видно эту девочку во время игры? Почему? Зачем разработчики сделали скин-бум, а девочку-то и не видно? Оу! С дробаша оформил ему хедшотик, так сказать. Эмочку берем, эмочку тигр. Братан, что-то у тебя скины, конечно, жесткие, конечно, рисковенькие такие скинчики, чисто заряженные. Куда ты с фабармом? Ну не, ребят, с фабармом так только нубики играют. Братанчик, ты что там ползаешь? Сейчас он опять фабар возьмет, наверное. Братанчик, ребят, походу он без наушников играет. Ты что? А что у него со скинами? Вы говорите, что у него Winter Sport авик, а у него какие-то у него комоночки. Где он? Брат, ты где? Я уже бомбу поставил. Блин! Отвлекся, минус 94. Плохоешки такие летят. Эй, братуха, ты... Ты... Это что сейчас было? Это у меня пинг или у него пинг? Где он взял столько? Чё? Ребят, по-моему, у камбэка что-то... Он вышел. Ребят, блин, по-моему, у камбэка что-то с инетом. По-моему, ребят, у камбэка... Ребят, по-моему, у камбэка что-то с инетом. Мне кажется, по-моему, у камбэка что-то с инетом. У него вылетело просто из игры. Блин, камбэк, ты шо, мужик? Ребят, по фасту закрываю дуэлечку, просто вот по фасту, знаете? Вот просто по фасту забираю дуэлечку. И просто вот, и просто летим, и летим дальше. Просто по фасту забираю дуэлечку и летим покупать авик, ребята. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы я затащил по фастику, вот. Вот реально, ребята, я сейчас буду на всех кондициях играть без поддавков просто, вот. По фасту забираем дуэлечку, чекайте. 8:00 сейчас его закрываю. Лови просто. Первая пуля, первая голова, брат, все. Где у тебя твой дигл? Дигл забираем. Братанчик, ты думал, с дробашом меня заберешь, да? Смотрите, какой я хитрый. Ладно, с дробашом у него шансов много было забрать. Братуха? Куда летим? Куда летим, брат? Эй! Какая нафиг флешка?
только какие-то показываю. Прям лютые кондиции. Давай сейчас еще раз. Еще раз, ребята, чекайте. 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 Сейчас поймаю его в темке. Ущищ! Ребята, пошла жара. Все, выигрываю на лютых кондициях. Забираю просто. Кентик, все, Кентик не вывозит. 7-1, все, погнали. Да куда ты пистолет-то берешь? Я думал, мы с тобой на ножах зарубимся, раз уж ты взял М40. А ты пистолет взял. Окей, братуха, окей. Ребята, чекайте, беру. Ставлю точку в этой игре с М40.